Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Задомяни и его последних видео и трансляциях. Ну, начнем, конечно же, с названия. Приехала Ира с Дианы. И я так понимаю, он решил сделать ход конем, проявил такую, знаете, очередную хитрость нагнать суммарно просмотры. А нагнав суммарно просмотры, естественно, устроить себе подорожание рекламы. И первый видос под этим названием выпустил старый на с пельменями и как он их там жрет. Второй видос уже был, конечно, ближе к теме, новый, но никто на самом деле Иру и Диану там не показал. И специально вмонтулил это название, понимая заведомо, что зрители пойдут смотреть. Но весь видос, как всегда, был посвящен именно Надьке. Ну и скользко упомянул о маменьке. Но обо всем, да, и поподробнее. Ну и, конечно, все, как всегда, начинается со жратвы. Надька Севку упрашивает съесть пару ложек гречки. Но не тут-то было. Севка рассказывает, каким диетчикам очень вредна эта самая греча. При том всем, что вот как раз таки пельмеши, ребята, в непомерных количествах, мысяками э, сожраны с такими добрячими кусками сливочного масла, вот они как раз таки очень полезны для диетчиков. А греча это прям вред. Ну и Надька тут же раз не хочешь гречу, то давай и я тебе мясочка с подливочкой добавлю. Конечно, вот как раз таки тушеная свинина перед этим поджарена, это намного полезнее, чем та самая гречка. Ну вот опять-таки исключительно диетическое питание. Ну и дальше Надька жалуется. Видите ли, надумала Ира приехать с Дианкой тихонечко и даже им ничего не сказать. Но при этом добавила, что проверка пройдена и ей это было абсолютно не страшно. В квартире было все чисто и приготовлено. Поэтому лицом в грязь она не ударила. Ну и опять-таки, знаете, вот этот намек, типа на подлянку, которую вздумала Ирка устроить, заставить, заставить, так сказать, Надьку врасплох. Я думаю, что просто Ира не захотела хотела афишировать свой приезд для того, чтобы не бежал к ней севка, не, тыч... не тыкал, я не знаю, там камеру в лицо, да, не проводил эти бесконечные съемки. Возможно, опять-таки, человек рассчитывал на то, что он приедет, да, побыть с мамой. Надька как-то самоустранится, понимая, что мама не видела давным-давно дочь, внучку, им есть о чем э -э пообщаться, да, побыть вместе. Но не тут-то было. Ребята, вы представляете, что надька то и увалила. У Сивки, конечно, этого видоса нет, но у, на, Ди, у, на, Ди, у, на Дианином канале, прошу прощения, это видео есть. И вот там как раз таки видно, что Надька даже не подумала оставить их наедине. Вы знаете, ребята, вот настолько тупая, примитивная, наглая, отмороженная бабища, я даже не знаю, как ее еще можно назвать. Я не представляю, как ее воспитывали. Если у человека нет элементарного понимания такта, каких-то да, приличий поведения, понимаешь, что если приехали, то ты третий лишний, устранись. Захотят, чтобы ты осталась, тебе скажут, оставайся, не надо, там у нас от тебя секретов нет. Но хотя бы попробуй проявить эту инициативу, типа, да, я пойду за покупками, пойду котику или еще куда. Но не тут-то было. Надька даже не пытается это делать. Ну а с другой стороны, ребята, как это можно сделать, а что она потом будет докладывать севке? Вот как она может упустить, да, вот эти разговоры, а вдруг там что-то будут говорить о нем. Или о Эдике, или какие-то еще новые сплетни. Надька должна быть во все оружие. Поэтому, действительно, теперь попытайся даже выпхнуть эту наглую бабу, тебе это не удастся. Ну и, кстати, я посмотрела вот этот фрагмент, да, как они приехали к маме. Ну, в очередной раз понятно, что все побрезговали и не верят в чистоту этой квартиры, потому что первое, что сделали в супермаркете, это приобрели одноразовую посуду. Прекрасно понимая, что даже не верят Надькиным рукам, понимаете, в Наткину э, чистоту и опрятность, и побрезговали пиццы этих чашек. И, как объяснила Диана, э, что мы, мол, привыкли никого не обременять, да, э, тем, что мы приехали, чтобы не наводить лишние суеты и су э, шум поэтому взяли стаканчики. Но не знаю, слабо я в это верю, потому что приезжая, например, к своей маме, ну, никто, я не видела, чтобы люди везли одноразовую посуду. Ты можешь потом спокойно перемыть после себя чашки, мамы там и так далее, и просто об этом забыть. Тут понятно, да, что привезли эту посуду по одной простой причине, брезгуют пить с местной. Тем более после того, как мамка описала непонятно в какие чашки для анализов и так далее, ну... Не каждый рискнет это сделать. Они там купили какие-то продукты, да, гостинцы, скажем так, не с пустыми руками явиться. И, ребята, явление на планету Это просто зашкварно. Диана пыталась сказать какие-то там слова на камеру, ее по факту не было слышно. Вот этот рупор, вот этот радар ее заглушал. Там стоял такой вопль, там стоял такой визг, что, я не знаю, мне кажется, на базаре, на вокзале и то тише обстановка, чем там. Я теперь вообще очень задумываясь почему глохнет мама может быть действительно потому что это полудурочная постоянно орет? и там ребята да на Надька орет. Ира пытается что-то свое ей объяснить, доказать. Это перекрикивает Надьку. И э, Надька, вернее, перекрикивает Иру. Ира перекрикивает Надьку, чтобы там свои пять копеек вмочить. Ну, в общем, просто гвалт неимоверный. Слов, по факту, не разобрать. Но, по факту, Ирка дала ей волшебного пендюля под зад. Такого вот мощного и конкретного. Хотя, если разобраться, не она ее нанимать или вряд ли имела на это право. Но, с другой стороны, как, э, как дочь своей матери имела право Надьке тыкнуть. И так ей сказала, что Надька пусть жрет хоть ведрами свои пельмени и вареники. Но какого фига, мама, ты это ешь? И Надька ее вес, это ее личная головная боль, и меня она не трогает. А вот ты поедая запрещенку, да, балансируешь между жизнью и смертью и так она достаточно жестко прошлась по Надьке, после этого они сели спокойно чаевничать, либо кофеек гонять, и Надька в очередной раз Диана засняла, как жрет, знаете, так конкретно наседает на запрещенку печенюшки пошли в ход ну и вообще, я думаю, вот или приехать и столкнуться с такой как Надька, сам на сам, это действительно далеко не каждый выдержит, и вот эту смысловую нагрузку и повторюсь это бы в пору попытаться хотя бы оставить их наедине чтобы могли пообщаться друг с другом но даже вот ребята намека на этого она не сделала такое ощущение что понимаете это к ней в дом пришли к ней в квартиру приехали с гостинцами и ты там расшаркиваешь и включаешь гостеприимство ну и так, тем временем, вернемся в видос именно к сетке. Ребята, смотрю, он снимает мамку, и вот она, знаете, как-то измельчала. Какая-то маленькая, скрюченная, старенькая бабулечка, пожилая женщина. Я вот смотрю, она сидит такая, вот, знаете, маленькая и просто никакая. Она уже ему даже не отвечает. Вот, знаете, единственные ее ответы – это кивки, жесты головой. Вот, покивала, и на этом достаточно. Я не знаю, что с ней происходит, но точно что-то не в порядке и что-то не так и ему бы как сыну обратить на это внимание, не бегать только за видосами и напожрать, а посмотреть, что на самом деле происходит с его матерью, и виной этому всему тот человек, под чьим присмотром она находится постоянно и тот человек, который нанял именно такой ей присмотр ну и тем временем мама просит Самвела набрать Иру я так понимаю, что либо она что-то забыла ей сказать, либо хотела еще что-то добавить, ну в общем хотела видимо как-то с ней поговорить, но не тут-то было. Опять он одернул свою маму и так и сказал, какого Ире звонить? Она только вышла с подъезда, садится в машину, а мы ее будем отвлекать. Вы знаете, вот такое ощущение, что ее специально изолируют от всех, чтобы у нее не было возможности ни с кем поговорить. Опять-таки, мне непонятно одно, а чем бы звонок мамы на самом деле по факту отвлек Иру? Мне, например, абсолютно не сложно, не важно. Сажусь я в такси, иду я по улице, мне не сложно взять да, ответить на телефонный звонок от своей мамы или например от своей свекрови и в чем здесь севка увидел такую сложность и почему типа иру это должно отвлечь я по факту не поняла и вот действительно ощущение что им не дают побыть вместе и поговорить натька тут стоит понимаете как вот этот какой-то я не знаю сторож и знаете такое ощущение прям что мамка узник вот действительно, она не может ни наедине остаться, ни наедине пообщаться, не позвонить без присутствия кого-либо. И вот здесь так и возникает вопрос, что на самом деле там происходит. Но тем временем Севка не очень-то озадачен мамой, все больше его интересует, что уже пришло время и походу пора делать подтяжку, причем круговую и лица, и шеи. Севка и жопу подтянуть, тоже не забудь. Вот и там кожу на тени, я больше чем уверена, она уже и там походу дряблая. Ну и знаете, мечется между мамкой и Надькой и видит, что что-то с мамой не так. Мама даже не пытается выйти на кухню, хотя знает, что там ее сын. А тихонечко продолжает сидеть в комнате. И он так и говорит, что ты тут села, типа как засватанная какая-то и молишься. Так вот ты подсядь тихонечко, отключи телефон и спроси у своей мамы. Мама, а что случилось и что происходит? Нет, помоги своей маме одеться, обуться и пойди с ней погуляй вдвоем на свете же воздух. И вот там побудь с ними наедине, пообщайся и узнай, а что же между ними на самом деле произошло. И почему твоя мама, как загнанный какой-то, я не знаю, ну, как загнанное какое-то животное, которое вот ждет того только, чтобы его добили, раненое животное. Но не тут-то было, не для этого сынишка-то и приехал. И погнал быстрехонько к Надьке. И рассказывает, какие опять-таки плохие комментарии ему пишут. И по поводу того, что давно нашей стране и врагов не надо. Наши сами добивают друг друга. Такая, блин, херовая страна. А чего вы тут сидите? И раньше как-то не стремились выезжать. И самое главное, натика, которая, да, сам Вэл, да, не нравится страна, меняйте. Кто вам не дает, что вы сидите и всех людей засираете. Да, то есть, простите, как вы засираете людей, то вам можно. Называть их мухами, нищебродами, и, причем своих же людей, заметьте, и даже своих же проклятых. Надь, которые пишут на нашем языке, рассказывать, какие это ненавистные люди. А вот представляете, о них плохо нельзя. Вся Украина прям на них молиться должна и в задницу их выцеловывать. Ну и дальше Севка решила рассказать Надьке притчу о чайниках. И так и поинтересовался. Надька, знаешь ли ты притчу о чайниках? Та, ребята, от нежданчика аж открыла. Она, во-первых, пыталась скубатурить и вообще понять, осознать, что такое слово притча. А уж чайник это не по то есть со соединить да? воедино э, притча о чайнике, о чем вообще Севка говорит и что от нее хочет. Может это новое блюдо какое-то неведанное для нее, поэтому вот так зависла, замерла, рот открыла и ждет продолжения. И вот так и хочется сказать, какая притча, где Надька, а где притча. Вот ты у Надьки спроси баттл, вот это она тебе объяснит. А притча это что-то такая, какая-то диковинка. Ну и дальше, ребята, очередное Надькина палево. Причем, знаете, такое конкретное. Вот думаю, да, ты же вроде кричал, что никогда никому не позволяешь себя обманывать. Ты презираешь людей, которые тебе брешут даже в мелочах. И сразу пинком под зад из своей жизни их выпроваживаешь. Так вот, интересно одно, что раз за разом с Надькой у тебя идет не так. Вот тебе врут в лицо, глядя и не краснея, глазом не моргая, а ты это хаваешь. И Дурачка, типа, ой, я не обратил на это внимание. Севка интересуется у нее, что делает по дому мама, потому что уже видит, что мама не яка. На что Надька отвечает: мамка подметает и моет посуду. Ребята, кто по факту в это когда-либо может поверить? И, возможно, Севка бы на это повелся, если бы в это время не причапала на кухню сама мамка, и тут же Севка. Говорит маме, интересуется, что, мама, ты делаешь по дому. И Надька, как всегда, пыталась так на повышенных децибелах э, сказать, что мамка делает, повторить, чтобы, так сказать, дать ей, знаете, такую наводку, что она должна повторить за Надькой. А погромче, естественно, для того, чтобы мама это смогла услышать и переварить. И быстренько Севке выдать. Но не тут-то было. Севка сказал Надьке прикрыть рот и дать слово маме. И вот здесь, да, не подготовлен мамка и слила Надьку с потрохами. И так и сказала, что я не делаю абсолютно ничего. Что только я прихожу на кухню, Надька мне тут же говорит, так, Васильевна, идите в комнату. И тут же Севка говорит, надо давать Надька маме что-то делать, посуду мыть, подметать. А мамка тут же говорит, а как я буду подметать, я подметать не буду, мне тяжело стоять, тяжело ходить и с веником я не смогу, да, э, встать и нормально подмести пол. Точно так же, как и с Она сказала, как я ее буду мыть Мамка, ну как это, как вы будете мыть? Вот Надька утверждает, что вы подметаете И посуду эту самую-то и моете И вот так Надька раз за разом, ребята И прокалывается на вот таких вот беспонтовых мелочах Но из мелочей, да, можно сложить целый, я не знаю, пазл какой-то Надькиной непосредственной брехни И здесь, ребята, она действительно Можно было бы подумать, что она защищает мамку Нет, она раз за разом делает ей медвежью услугу. Она действительно делает все для того, чтобы та атрофировалась и уже просто как овощ лежала. И чтобы вот она просто с ложечки уже кормила, а та не шевелилась. Ей, Надьке, это будет настолько на руку, потому что стопроцентная гарантия, что тогда никто Надьку пинком под зад э, с Днепрата и не кышнет. Именно над этим она трудится и старается. Ну и тем временем, когда Севка сказал за посуду, да, и мытье, смотрю на Надьку, а у нее злющая харя понимаете, понимаете, аж перекошена, которую она пытается завуалировать такой вот бессмысленной, тупой, дурной улыбкой. Вот знаете, когда вот, ну, стоит какой-то неадекват перед тобой, натянул улыбку, и ты не понимаешь, от чего он улыбается. Вот точно так же и Надька. Ты уже полудурок, лучше рот свой открыла, мы уже к этому привыкли. И туда вороны залетали, вылетали. И стоит как дура, вот эту улыбку корчит, да-да-да, Самвел, да-да-да, Самвел. А видно, внутри ее, понимаете, прям разрывает. Могла бы она порвать, как тузик, грелку эту что мамку благополучно бы это сделала. Ну, и когда Севка начал предъявлять за полную опеку, Надька начала оправдываться, что ничего в этом страшного нет. Мамка же ничего не видит. Надька, а как живут люди, которые потеряли зрение или слепые от рождения? Или люди с частичной потерей зрения? Это не говорит о том, что они не в состоянии обслуживать себя. Люди наизусть знают, да, я не знаю, каждый, каждый сантиметр своего жилья, своего пространства. Как чашку достать и так далее А как быть в семьях, где люди работают Но есть, например, человек с частичной потерей зрения Я мало представляю, что кто-то увольняется с работы Чтобы, например, там, я не знаю, целый день его обхаживать Потому что при этом людям нужно зарабатывать деньги Чтобы, так сказать покрывать расходы и потребности семьи. Поэтому не надо рассказывать за вот эту гиперопеку вокруг мамки. Тебе это выгодно просто и очень удобно. Мало того, тебе выгодно ее отправлять куда-то, чтобы она ни хрена не делала. Потому что если она будет что-то делать, тебе нужно над ней стоять, контролировать. Это будет долго, а тебе это неинтересно. Тебе вот, знаешь, важно быстренько самой сделать вот... Сделала и сделала, чем стоять и помогать делать что-то ТВ. Это знаете, как родители в школе, есть те, которые объясняют ребенку, а есть те, которых нерв, нервная система не выдерживает, либо времени нет. И вот все быстро за ребенка написали, говорят, перепиши чистовик. Вот по этому принципу и идет Надька. И э, мама в состоянии полноценно себя обслуживать. Не надо, Надька, с нее делать прям какого-то инвалида или немоща. Ну и дальше Сивка ходит, что, хочет, чтобы они ходили вместе в магазин. И мамка там активничала и двигалась. И понят, понятно, что Надьке этого очень делать-то и не хочется. И опять-таки, Севка, чтобы твоя мама могла ходить с Надькой в магазин, ей как минимум необходимо купить одежду, которая теперь на нее маленькая, и ходить ей по факту абсолютно не в чем. А твоя как раз-таки няня мамкина и кричала, что этим займется. И на базар с мамкой поедет, и куртку новую ей приобретет, и за слуховой аппарат, и я помню, тоже были очень конкретные потуги. Ну, воз и ныне там. И опять-таки, как же они могут ходить в магазин, если Надька рассказывает, что Мамка моментально начинает хворать. И на улице пасмурно, поэтому выйти с ней она никуда не может. А не может выйти, потому что мамка для нее конкретная обуза. И не хочет она с ней нянчиться и тягаться. Ей самой нравится туда прошмыгнуться сюда, а не тягать за собой вот этот самый балласт. Ну что ж, ребята, я на этом закончу. Но еще будет продолжение этого обзора. А пока со всеми прощаюсь, до новых встреч!